скачу интимную его поставить. А, да, давай. Ну, это, наверное, поздно. Не, ну давай поставим. Если на полчаса. Ну, давай дома? Поставим 20 минут. Любимый... Да. Нет звезд, все люди, ну или эпоха легенда. Ну, согласна. Звезда — это тот человек, который создает что-то новое, но мне кажется, ни в коем случае не тот человек, на которого нужно равняться. Человек, который должен подавать крутой пример. Но это уже от нас зависит, равняться, не равняться. 502, 5, это когда успешная 5. Карьера, они два года звезды забыли, кто она. Ну вот да, сейчас такой период, то, что выстреливает человек, потом проходит период, и вот таких легендарных людей, например, как Басков, не смейтесь, пожалуйста, Киркоров, та же Тина Кароль, Монатик, их тоже можно назвать крутыми в своем жанре. Их нет, они куда-то вот как вспышки появляются и исчезают, хотя песни изначально пишут крутые. А кто знает такую певицу Луна? Кристина Луна. Яночка предлагает мне интервью записать. Я вот думаю. Я в прошлый сезон, ходят слухи, смотрела прям вот «Танцы со звездами» смотрела. И даже сама ходила туда, поддерживала Ираклий, мне он очень нравился. Знаю Луну, круто было, мне интересно. А Елена Кравец предлагала? Да, Елена Кравец тоже участвует в «Танцах со звездами». Это вообще бомба, мне кажется. Яночка, вот ты любишь подложить свинью? Что-то не работает интернет здесь. Может, VIP-лаунж хотя бы? Знакома, но не знаю. Был человек, которому изменили мнение после интервью с ним. Было, про кого я изменила мнение не в лучшую сторону. А про всех остальных я изначально приглашаю тех людей, которые мне нравятся, которые для меня являются крутыми в своей сфере. На, води телефон. Как-то Дашу Квиткову. А кто это, Даша Квиткова? Галася, которая выиграла, не помню. Нет. Квиткова, да. А, да? Вот Лара Фабиан, же Лора Тару Пукачёва, герои легенды. Они звезды серебра Виагра. Ну, стоп, Виагра тоже в свое время сколько они пропели, поэтому... У меня на носу не шрам, это бородавка, которую я удаляла, и вот остатки от нее. Вы не скажете, о ком вы изменили мнение? Ну, Томаш мне очень нравился до интервью, а после интервью он мне стал неинтересен. Кто еще? Ну все. Саша. Киевстонером, в принципе, так как я его представляла себе, таким он и оказался. Поэтому я о нем свое мнение не поменяла, если вы на это намекаете. Я Дашу не позову, потому что я не смотрела «Холостяк». Текила — потрясающий парень, позитивный, рассудительный. Очень мне понравилось с ним общаться. Общайтесь еще с Сашей Киевской. Ну, иногда мы переписывались. Было такое. Я не могу сказать, что мы общаемся, но если встретимся на улице, я уверена, поздороваемся там. Блин. Так. Какие ты переселок ближайшего года 3 ставишь цели? Давайте я не буду говорить о своих целях, потому что оно... Так происходит, что ничего не сбывается, если ставишь Амака Цария, в жизни такой же секс ходящий. Да. У меня на бровях микроблейдинг, и, ребята, давайте я еще вечером зайду, потому что хочется успеть поесть, так как у нас через 20 минут уже вылет. Спасибо, что вы меня смотрели. Давайте вечером, в котором часу мне зайти, напишите. Мы где-то в 9 приземлимся, я могу либо в 10, либо в 11 зайти.
Не, ну я согласна с вами, друзья. Я согласна с вами, что есть звезды и есть легенды. И сейчас легенд пока что не так уж много. Так, 10, 11, 23. Ладно, все, давайте в 23 зайду, как раз уже будем в аэропорту. Либо в 10, короче, в 10, в 11 зайду. Давайте, всем пока. Мы побежали.